Приветствую вас, мои дорогие зрители. С вами Лилия Донскова. Сегодня я отвечу на самый распространенный вопрос: как отрастить длинные волосы и при этом самым быстрым и коротким способом. Я рекомендую вам в первую очередь обратить внимание вот на эту серию в каталоге Oriflame. Это специальная серия, стимулирующая рост волос. И я вкратце расскажу о каждом продукте. Первый продукт, который вы будете использовать, это шампунь. Очень удобно, что он с дозатором. Хочу обратить ваше внимание, что расход у него очень маленький. То есть там нужно буквально вот на мои волосы, я делаю 3 нажатия. Потом важно на руке вспенить хорошенько шампунь и нанести на мокрые волосы, помассировать у корней, смыть. И сделать это 2 раза. После того, как вы смоете волосы, можете использовать свой обычный кондиционер, который вы используете, или бальзам. И перед сушкой вам рекомендуется нанести вот такой спрей, специальное средство. Оно очень удобной формы распыляется. Нанести на кожу головы это средство специальное, придающее объем волосам, которые подвержены выпадению. Очень классная штука. У меня волосы не сильно выпадают, то есть я не жалуюсь, но мне оно очень нравится. Я его постоянно использую, то есть здесь чуть-чуть осталось. И самая фишка в этой серии – это специальный тоник-активатор роста волос. То есть вы снимаете такой колпачок, насадку, и прямо на кожу головы, распределяя по рядкам, ну тут сейчас покажу, как он, просто небольшое количество распределяете на кожу и массируете прям в кожу аккуратненько подушечками пальчиков. И воспользуйтесь таким удобным массажером. Я тоже его выписала в каталоге Oriflame в этой же серии. У него такая удобная ручка, то есть между пальчиков вставляется. И просто делаете массаж головы несколько минут. И делать это нужно и утром, и вечером. Что мне очень нравится, этот тоник не требует смывания. То есть нанесли, массировали и пошли на работу. Вечером пришли, промассировали, пошли на работу. То есть спать. И обратите внимание, результат вы получите в том случае, если будете использовать тоник-активатор и утром, и вечером, не пропускайте. И я вам хочу сказать сейчас коды продукции, чтобы вы выписали для себя. Шампунь-стимулятор 311-40, спрей, увеличивающий объем волос 311-42 и тоник-активатор 311-41. Ну что ж, желаю вам отрастить классную, красивую косу. И пишите отзывы в чат, в комментариях, ставьте лайки, если видео понравилось. До встречи! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!